Всем привет, друзья! Я сегодня покажу вот видео про Sonic 2, как пройти его все уровни. Вот так вот я на Sonic 2. Я зашел уже у него. Ну, хотя бы от видео вот сейчас. Вот. Это я не на приставке играю, потому что я так в настройки заходил, нажимал на все кнопки, которые там есть. Вот сейчас. Вот. Давай сейчас досик. Хотя запись секретки. Вот, подожди, ребят. Вот, ребят. И мы берем первый акт. Ой, блин, почему-то. Ой, ребят, кто хочет ее качать себе в киске голове? Вы ее. Вот. Бумажный только. Когда вы хотите, вот смотрите, внимание укачать, там выходит такая киска. Вот где-то желтое, оранжевое пространство, там киска голова, бумажная его. И там его скачать с внимание, говорю, hello neighbor, привет сосед. Вот, и вот выходит вам скачать его, вот накачать. Для начала это приложение качайте. А потом уже его открываете, и там он сам открывает, вот нажимаете открыть, открывается, и там сразу выходит скачать, что вы хотели. Вот, понятно, ребят? Я настроен сегодня все уровни пройти, ребят. Только Стейлза. Стейлз понадобится. Оказывается, он не будет нам мешать больше. Потому что Тейлз самый умный персонаж Соника. А ну и нахуй со Соник. У Соник, ну как его способности нет, только спиндэш. И все. А вот хотя бы нахуй за Тейлза и летание, да. Так а у Накуза тут просто летаешь. Наверное, знаете, выгодите его, нажимаете и долго держите прыгать, понятно? И у вас будет, ну, такое, вот такое будет, и будет летание, да. А у Тейлза, вот, если вы хотите, то с Соника и Тейлз играете, если за Соника играете, вот, со Тейлзом, посмотрите, прыгайте вверх, и он будет летать. Смотрите. Вот так. Кстати, это в Sonic 3 и не работает. Да, к сожалению. Если даже вверх посмотреть и прыгнуть, то это... Тейлз, ты самый лучший летатель. Ай! Полетели. О, да, видите, мы можем летать куда хочем с Тейлзом, кстати. Уже на... О, да, так, полетели. Нам нужно... О, да, это секретка. Это только через Тейлз одного, через Соника Тейлз. Летим, летим, летим. Thank you.
Теперь я знаю, как это сделать. Вот, ребят, босс наш первый. Вот, смотрите, я прыгаю пока. Ребят, мы выпустили животных наружу. Вот, наконец-то, да, ребят. Мы этого ждали. Вот, Финстеншоу Плей. Финстеншоу Плей Зон. Да, так. Уху, да, ребят. Ой, ребят, и мы летим. Кстати, когда у меня будет Hello Neighbor, я его могу снять. У меня уже никак же нет. Вот придет у меня послонника поснимать. Вот полетели Тейлз. Это самый лучший летательный. Да, спасибо! А, ты не по... А, я взду. О, ребят. Это... О, ты со мной катится! Колобок ты мой! Колобок. Мне нужна была монета. Так... Ребята. Блин, мне уже плащ надоел, мне уже ему... Сейчас, ребят, мне нужно пройти. Вот, ребят. Вот, я вернулся. Я просто там ел кое-что. Ладно. Кстати, я попросил дня, точно. Вот. Какой твой любимый фрукт? Хотя нет, какой любимый? Вот какая любимая игра про Соника, да. Вот, и вот есть несколько выборов. Соник, Соник 2, Соник 1, Соник HD, или Соник Мания, или Соник Мания Плюс. Да.
вы пишите в комментариях или в комментах, а я буду продолжать эту Wii U, ну, играть вам. Мы уже прошли этот уровень. Вот. Лизон, второй уровень, да. Сейчас, подождите, ребят. Вот, ребят, я вернулся. Вот, давайте. О, так. Я просто покажу заряд. Блин, почему она не идет? Вот, ребят. Вот. Вот. Кто хочет такую игру, я его даже в конце покажу, как скачать все игры, которые я скачал, где нет в Play Market. Да, я вам покажу их, как их скачать, да. Да. И своему подписчику мне кто-то прислал канал какой-то. Да, какой-то. Как Соник начинается по-русски прям, да. Соник по-русски как начинается. Только там одна буква, как Соник начинается по-русски. Со. Со, да. И какой-то иностранец, или не иностранец, какой-то канал мне привел, ну, подарил, или... Нет, он что-то, какое-то сообщение появился. Какое-то я ему написала спасибо. А не за зачем. Зачем? Наверное, вот за канал или там всякое. Ладно. Может, он еще что-то еще прислал. Ну ладно, пошлите отправляться на место приключений нашего Соника 2. Да. Он уже чуть-чуть, он был в Соник 1 и в Соник CD синим, а теперь он такой голубой в таких играх. Соник, ну, Соник. Кстати, я видел одно видео за Соник 6. Серьезно. Ну, как его скачать, да, она очень, блин, какая жаровая. Ну, не жаровая, но картинка старая, как мультик старый, похоже прям. Как мультик, но не жаровая, но так, как мультик старый, похоже. Я ее не скачал, потому что она, наверное, на том уровне будет уже... Ай! Блин, ребят. О, а было ноль же. Почему у меня ноль было? А, потому что у меня было 10 жизней, а этот маленький. Тесс, почему ты меня не спас? Что ты меня не спас? А где? А, я там умер. Ну, не умер, но... У-у-у, прыгаем. У-у-у, надо. А почему... А-а-а, потому что я быстрее так прошу. Блин, восьмая жизнь. А, ДТС, спаси на меня. А, блин, ты не успел спасать. Я тебя вообще спасать не буду. Ты будешь вот там впадать в пропасть, сколько хочу я. Понятно, ты что? Вот, возьми меня и полетели. А ты в воде можешь меня поднять? Нет, не может, когда под водой меня поднять. А я уже забыл, блин. Кстати, я когда я был нубом Соником, ну я был нубом, ну нет, не нубом, но когда по профессионалу, я не знал, как от из этих кубиков выбираться наружу. Но теперь я знаю. Надо просто побыстрее выбираться. Да, я прыгать нужно. А я просто там, когда там туда не пробирался. Когда я его первый раз качал. Да. Даже который на Play Market я не смог. Кстати, Play Market такого Соника 2 нет, но если у вас есть, пишите в комментариях, вот буду очень рад. Кстати, если какая-нибудь есть вам Соник HD, ну вот на вашем телефоне, планшете, понятно? Тогда вы можете ее прислать мне. Я тоже хочу же Соник HD, знаете, когда он вышел? В 2017 году. Да.
уже вышла. Она на приставках играет, у кого в планшете есть или в телефоне. Можете отослать мне или еще кому-то. Ну ладно, мы будем еще идти на место приключений, да, ребят. Я люблю приключения Соника, да. О, моя любимая музычка, ребят. У кого такая любимая музычка, ставьте лайк. Потому что она такая классная. Ну, такая... Мне нравится музыка. Вот, ребят. Вот. Ну и что будем делать? Что будем с Соником заниматься? Чем будем с Соником заниматься в разных уровнях? Я думаю, будем и с ним веселиться. Кстати, мы будем проходить все уровни. Да, вы забыли. Да. Да, мы все уровни, я сказал, будем проходить. Да вы достали меня! Маленькие комары, пипуки, пик. Жопы попик ты мои. Кстати, я смотрел видео Майнкрафта, когда была драка с Гемелем против Крипера. Они там, его Стив назвал Крипи попик. Голый попик. И вообще офигели, даже Херя Брин. Ну, кстати, знаете, я вам подскажу секрет. Что Крипер, вот Крипера Гемель, вот нет. Вообще не трогал, он только других злых мобов трогает. Понятно. Но я зато на выживание играю там. И потому мне что-то я на выживание в Майнкрафте играю. Я что-то ночь продержался. Ну и почему-то у меня мобы не появлялись. Я в ночь решил даже. Я их смотрел, никто не появлялся. Это очень хорошо, ребят. Кто хочет эту игру, я могу отослать вам. Майнкрафт хочет. Вот вас звать и подсказать ее видео. Только главное, чтобы она не пропала у меня. Да, она не пропадает. А, ребят. Блин, воздух качается. Кончается воздух у Соник. Ну пожалуйста, ну дайте воздух хотя бы один. Ребят, ну почему? А почему я на втором уровне? А, я же прошел первый, точно, ребят. Да, ребят. Первый пост прошел. А я не узнал, почему. Так, ребят. Блин, ребят, ну как мне добраться вот сюда? Ладно, ребят, пошлите на место покучайной. Блин, опять воздух кончается. Блин, а почему ты глотнул? Дай Сонику глотнуть. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что ты глотаешь, маленькая пукаш? Не подходи, маленькая засранка. Ты не нужен мне теперь. Я тупой, Тейс. Так. Блин, у меня воздух. Ой, тупой. Ты не нужен, тупой. Такие тупые. Ребят, что это было сейчас два раза? Это маленький. Блин, ну опять кислород, кончай, пик. А, не надо! Пожалуйста, кислородик клонуть только. Да, и сдохли. Блин, ну как всегда. Ребят, ну помогите мне всего лайков. И колокольчиков, и подписаний на канал, и, конечно же, подписки...
и комментарий. Да, у меня вот такая мощь нужна. Егора. А в ту вы никогда мне не помогаете. Тебя помогли. Когда-нибудь вы помогли мне? Я наружу. Так, фух. Я больше к этим аркрома. Пирвикс! Пикикс! Пикукс! Бекон! Иди, бекон! А, пока бекон. Привет, бекон. И сдох бекон. А что ты полетишь? Я полечу. А, ну почему ты тупой такой? Ладно, я залетать не буду. Во, ребят, ну это настоящий мастер-класс, как у ты. Не как у Тейлза. У Тейлза никакого мастер-класса нет. О, перди, перди. Я тебе потом дам. Будешь пердеть мойкой. Да блин. Ладно. Вон полетели Тейлз. Где мы полетели, перпетели. А! О, да, я пойду с Эдманом дорогой начинать. Ауч! Хрюндель! Иди сюда, Хрюндель! Маленький, тупой. Блин, я боюсь, жду сдохну. О, да! Да хочу, тупой. Yes, ребят, у нас получилось пройти этот акт. Вот, наконец-то. Пошли на место. А до самого конца дойти вам и буду показывать. Вот это, ладно. Буду показывать, как всех Соника я всех скачал. Вот, ребят. Вот, и буду показывать, как первый. Это Соник 1 качаю. Вот тут. Показать нужно вам. То, что вы не знаете выходить такого Соника. Наверное, меня просит Егор. Покажи ролик, как их скачать. Ну и вот, я вам показал Соник 2 и покажу, как я всех Соников скачал. Вот. Пишем. Соник. Дхэчу. Вам попадается Дхэчу. Соник Дхэчу. Видите, вот и вот, и вот, и вот. Видите? Вот, заходим. Вот тут разные версии. Можете какие хочешь качать. Просыпаем к Соник 2. Видите, тоже. Вот тут есть. Вот, сейчас вам покажу. Эта версия одна, что... А, еще полно тут есть. Вот, видите, можете качать, какую хочете, ладно. Вот.
Тут, ребят, что это такое? Еще попробую скачать. Ладно, пока это будет качаться. Все пусть качается. А мы будем показывать дальше. Теперь нужна нам Sonic Mania. Сейчас это скачается. Сейчас. Кстати, Hollow Neighbor не качается. У меня что-то. Вот, ребят, мы это не зайдем, потому что это мирно. Я сам проверю и будем снимать ролик про эту игру. Так, сейчас, сейчас. Скачать, да, скачалось. Так, убираем. Все. Снимут сейчас где-то тут. Хотя я тут скачу за Sonic. Вот. Смотрите, теперь приступаем, как качает Sonic Mania. До этого в Google заходите. В Google самое нужное. Так. Заходите в поиск. Поиск, так. Sonic пишите. Sonic Mania. Вы пишете Sonic Mania. Так, где Sonic Mania? Тут. Со. Сейчас, блин. Сейчас скажу. А, сейчас, ребят. Ребят, сейчас. Сейчас, подождите. Вот, скачать Sonic Mania. Вот. Говорит, скачать Sonic Mania. Вот. И вот, сейчас. Во, видите? Вот это нажимаете. Видите, куда я нажал? Вот, видели, синенькая загорелась. И вот, я нажимаю туда, вот. Скачать Sonic Mania. Вот, Sonic Mania. Вот. Я, например, версию вот скачаю. Вот, сейчас покажу. Sonic Mania. Вот. Вот, например, я версию скачаю вот такую, да. 10.1.0. А то у меня точка... Вот не качайте, знаете, какую только версию? 6.0, да, не качайте. Она самая фу, какая не классная игра. Да, и не качайте лучше. Приступаем. Вот, скачается сейчас. Это, ну, а вы, если хотите, вы можете скачать 6.0 или 10.0, да. Это во, все скачалось. Когда оно скачалось, сюда заходим. И вот, качается. Надеюсь, скачается. Ждем. Мы подождем чуть-чуть. Может подождать. Вы, в принципе, сейчас. Подождите, ребят. Ждем, ждем загрузочки. Загрузочки, загрузки. Вот, ребят, ждем, ждем. О, да, скачалось. Вот, скачалось. Так, Sonic Mania. Значит, его можно установить. И вы тут говорите. Sonic. Блин, ребят. Ладно, сейчас, ребят. Sonic Mania Plus. О, зачем я? Блин, ребят. Вот, Sonic Mania, вот она. Вот, Sonic Mania. Скачать нажимаете это. Я вот эту версию скачаю. Вот. Вы нажимаете скачать. Скачать. И вот, и вы можете скачать две только версии. Внутри версии только испанск. Вот, 6.0. Вот, 1.0. Или испанскую версию. Вот смотрите, даже по-русски Sonic написано. Sonic Mania. Вот по-русски, видите, вот Sonic Mania. Вот, и мелкие буквы. А вот тут по-английски Sonic Mania. Ну тут, по-моему, да. Вот. И вы можете даже на приставке ее не играть просто. Да, вы можете
приставке не играть. Можете скачать, где хотите. Блин. Ребят, не устанавливается. Сейчас подождите. Вот вы можете любую версию. Все, подождем чуть-чуть. Ребят, Вода. Заходим вот эту версию. Вот, вот нажимаем ОК. Вот, играть. Вот, сей, вот. И вы можете нормально поиграть в Sonic Mania. Только я всем покажу, в чем прикол. Автор разработчика решил ее платно сделать. Автор разработчика сделать ее платно. Хочешь, я вам покажу ее на Play Market? Да, хочете, вам покажу ее на Play Market. Вот. Заходим. Play Market. Вот. Нет. Соник, блин, ребят. Ребят, сейчас. Соник Мания. Соник Мания. Ребят, сейчас я сделаю как в компьютере. Как на компьютере. Лучше. Вот, Sonic Mania. Вот. Sonic Mania. Вот. Видите? Платно Sonic Mania. Вот еще тут есть Sonic Mania. Понятно, вы поняли, в чем прикол, вот, ребят. В чем прикол. Вот. Почему его на Play Market нельзя скачать? Вы, наверное, все знаете. Ладно, приступаем вот к этой игре. Блин, ребят, зашел случайно, сейчас вам покажу. Сейчас. Блин, ребят. Вот к этой игре приступаем. Но это ее тоже качать, ребята. Сейчас скажу, вот я приступаю. Ой, блин, зачем? Соник, вот здесь Соник. Вот, да вы, наверное, поняли. Соник Мания, говорите. Вот вторая Соник Мания под низом у вас и все. Ладно, и приступаем, как скачать. Соник 4 эпизоде второй. Ой, первый. Какой, блин, второй. Ладно, заходим в Алису до этого. Нам нужно Алиса. И одно приложение. Так. Это Happy Mode, конечно. Сейчас я его только найду, ребят. Вот Happy Mode. Happy Mode. Это нам понадобится. Вот Happy Mode. Вы можете там... Вот, смотрите, сейчас покажу вам, как у... В любой сайт можете пробовать. Любой сайт опробовать. И вот, когда у вас скачался, заходим самой. Блин. Самому Happy Mode. Видите, какая картинка. Вот Happy Mode. Вот, я его... Он что-то... Вот там сейчас. Вот сейчас. Обновить, я его обновил сейчас. Я покажу, что вышло. Так. Вот, ребят, ждем. Вот Соник. Сейчас, где Соник у нас? Блин, сейчас. Соник. А. Ладно. Ладно, ребят. Вот. Заходим, сейчас напишу. А то смотрите, как писал. Ну и так. Можно. Я так напишу. Посмотрим, что это такое.
Соник. Вот Соник 4 эпизод первого года. И вот, есть такая игра, вот видите. Заходим ее скачать. Вот так. Ну пусть качается у меня новая игра. Вот видите. Соник 4 эпизод. Первый еще. Ладно, вот вид скачка. И эта версия только одна есть. Только одна. Вот сейчас покажу. Вот скажу. 1.5.0. Только одна такая. 1.5.0. Да. Она скачалась. Все, заходим в нее. Все, сейчас сама зашла. Сейчас нажать. Скачать. Пусть качается, вы видите. Это вот, знаете, когда она работает скачать? Со второго дня, ребят. Со второго дня. Со второго только. Понятно? Вот, скачалась. Заходим в нее. И вы можете спокойно играть в эту игру. А вы скажете, Егор, она не будет работать. Вот. Хэппи мод самая классная штука, ребят. Но только тут Hello Neighbor нельзя скачать, да. Ладно. Приступаем к следующей игре. Это, конечно же, Sonic 3. Вот видите, Sonic 3. Вот это где написано Sonic the Hedgehog, это Sonic 3. Вот, третья игра. Так, заходим на эту вализу. Да, вализу понадобится. Так, домой нужно зайти. И вот, и написать тут. И рассказать. Я уже напишу. Соник. Вот, Соник пишем. Заходим в цифры. Вот. Как успеть? Три. Скачать Соник. А, ладно. Записал. Так. Вот. Три. Вот. Скачать Соник 3. Во, любой сайт пробуйте его скачать. Вот. Ну, вот говорите только, знаете как? Скачать, вот сейчас скажу вам, ребята, подзабыл. Скачать Соник 3. Вот Соник 3. И вот тут есть картинки, вот. Видите, ребята, какие красивые картиночки. Да тихо, смотрим чуть-чуть, давайте. Мне, в принципе, Соник Мания Плюс не принадлежит. Что? Что это? А, Соник Мания Плюс сайт. А, где скачать? Вот, ребят. Вот, Соник Бум какой-то. Что это такое за Соник Бум? Ну, ладно. Мы его пока качать не будем. Зачем он мне? У меня уже есть Соник Бум. Да, это новый Соник Бум. Если вы хочете скачать, ну... Мне не нужен Соник Бум, ребят. Вот. Еще подождите, ребят. Уже. Так. Соник Мания. Вот. Ладно. Вы поняли. Скачать Соник 3. Вот. А скачать Соник и Наклз тоже тут говорит. Скачать Соник и Наклз. Вот. А где Соник Бум тоже вот там скачать. Вот, вот тут вот, в Алисе вот. Где Соник 3 там качаете, Соника Наклса, Соник Бум вы говорите. Соник Даш 2, Соник Бум, да. И вот. И вот какие количества. И вот, ребята, давайте поиграем чуть-чуть, знаете, в какую игру. Я даже не сам. Ладно, будем дальше приключения совершать. Соник 2. Соник 2, да. Здесь там все осталось. А, ребята. Вот.